Завершился и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В понедельник учащиеся писали заключительную работу по праву. В ноябрьске участниками олимпиады по этому предмету стали всего 5 человек. Региональный этап начался 11 января с испытаний по французскому языку в Новом Уренгое. В нашем городе прошли выездные олимпиады по 6 предметам – химии, биологии, экологии, информатики, ОБЖ и технологии. Всего олимпиады проводятся по 21 дисциплине. Кто из школьников прошел дальше, станет известно в начале марта, когда утвердят проходные баллы. Финальный этап стартует уже 17 марта с олимпиады по химии. Добавлю, старшеклассникам победа в регионе прибавит баллы при поступлении в высшее учебное заведение.